Привет всем любителям математики! Наш канал снова на уроках, и сегодня у нас формулы сокращенного умножения. Эти формулы необходимы весь 7 класс, 8, 9, 10, без них просто никуда. Все эти формулы, как они выглядят, знает любой 7-классник и 8-классник. А вот как они звучат, знает далеко не каждый, и в этом трудность. Только для этого мы снимем сейчас видео. Итак, друзья мои, звучит оно так. Разность квадратов двух чисел равна произведению разности этих чисел на сумму этих же чисел. Вторая формула. Квадрат разности двух чисел равен квадрату первого числа минус удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго числа. Квадрат суммы двух чисел равен квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго числа. А теперь сумма кубов. Сумма чего? Кубов двух чисел. Сумма кубов двух чисел равна произведению суммы этих чисел на неполный квадрат разности. Посмотрите, вот эта скобка очень похожа на квадрат разности, только нет двоечки, неполный комплект. Поэтому это выражение так и называется, неполный квадрат разности. Еще раз, звучит таким образом. Сумма кубов двух чисел равна произведению суммы этих чисел на неполный квадрат разности. Разность кубов двух чисел равна произведению разности чисел, этих чисел, на неполный квадрат суммы. Посмотрите, есть небольшое правило, как запомнить сумму кубов и разность кубов. Первая скобка совпадает с тем знаком, который стоит между кубами. Здесь минус и здесь минус, а дальше противоположно. Вот и все. Всем большой математический привет!